Мы знаем, что мы воюем за Бога, мы знаем, что мы воюем за свои народы, мы знаем, что мы воюем за свой народ, за народ России. Мы знаем, что мы воюем за Бога именно в том плане, что мы воюем за религию. И мы знаем, что мы победим. Это вопрос однозначный. Поэтому всем, кто еще не проснулся, я могу предложить, чтобы вы все проснулись. Просыпайтесь. Вы можете смотреть, как сюда отправляют тысячи ваших мужчин, и как эти тысячи мужчин погибают и остаются на полях сражений. Их не трупы даже никто не забирает. К великому сожалению, это так. Поэтому вам всем мира, добра, кто стоит именно на стороне Бога, и долгих лет жизни. Мы выиграем однозначно, сомнений нету. Врага может быть как хотят, пусть присылают такое количество, насколько это возможно больше. Тем интереснее воевать. Чем больше противника, тем интереснее воевать. Поэтому Ахмад сила, Аллаху Акбар. Россия мощь, Донбасс непобедимый.